Тебе нравятся твои косички? Да. Да? Сейчас спрошу, ты хочешь их отрезать? Маргариту там уже попросили завязать шнурки. Слабовато, слабовато. Ксюша еще не остановилась ни разу, Маргарита уже два раза остановилась. Как будто ты кого-то ругаешь. Her punkt ist Sammler. Er sammelt. Девочки, доброе утро. Всем привет. О, у нас влог? Нет. У нас челлендж. 24 часа. Сестрички говорят да. Нет. Да, помните, вы нам устраивали такой челлендж с папой? Мы целый день вам говорили да. Теперь пришла ваша очередь. Кстати, подписчики очень хотели это видео. Прям писали каждый день под каждым видео. Поэтому, ребят, хотели? Получайте. Сестрички будут говорить да. 24 часа. Да? Да. Да? Да. Всем привет. Ты уже на канале сестры. Ставь лайк. Подписывайся на канал. Девочки, это что валяется на полу? Маргарита, ты хочешь это убрать? Мне кажется, ты хочешь это убрать, да? Да. Убирай. Я прям вижу, как тебе хочется это делать. Ты прям... Мне кажется, ты хочешь это делать еще быстрее. Да. Браво! Дай пять. Так, Ксюша здесь причесочку делает. Тебе нравятся твои косички? Да. Да? Сейчас спрошу, ты хочешь их отрезать? Нет, это шутка. Спера, спера, спера. Марго! Маргарита есть такие. Марго! Маргарита здесь сидит, он Марго. Маргарита зовет. Я принеси мне пить. Да. Me está caliente, quiero más frío. Y a mí también. Макси и Каролина зубки не чистили. Им нужно почистить зубки. Ты случайно не хочешь это сделать? Хочешь? Давай, иди. Молодец. Хорошая девочка, такая послушная. О, папе водичку принесли. Холодная? Фрия? Все хорошо. Угу. Марго. Маргарита. Mis zapatos, por favor. ¿Cómo se dice los zapatos? Ботинки. Ботинчики, por favor. Vas a buscar mis ботинки. 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 Обувь. Так, готов? Открывай рот. Ну-ка, какая у нас заботливая сестричка. Вот, только осторожненько. Макс, арива. Асис, арива. Вот. Что смешного? Зубки покажи, Ксюше. Вот, молодец. Чисть хорошо. Ты не хочешь Макс садить? Да. Да? Пожалуйста. Извините, что я вас отвлекаю от вашей, от ваших занятий. Макс, иди, тебя к Маргарите будут одевать. Одеваться. Пойдем. Каролина не хочет, чтобы ей зубы чистили. Ну ладно, не будем ее заставлять. Она что-то не в настроении у нас. Да, Каролин? Ты не в настроении? Такое серьезное. Ну и ладно. Маргарита, одеваться, а не играться.
Носочки надо было сначала. Давай, другую. Вторую! Маргарит, ты что, одеть штаны не можешь, что ли? Нет. Все, одеваемся. Да не на Маргариту. Носа. Маргарита, сделай колесо. Хорошо. Папи. Так, ну что, ребят, раз уж мы пришли тут на стадион, вам, девочки, такое предложение. Хотите пробежать один круг? Ну, один круг. Да? Маргарита. Да? Ксюша, хочешь пробежать один круг? Да, точно, правильно. Маргарита, тогда приготавливайтесь. А, Маргариту там уже попросили завязать шнурки. Сейчас подождем Маргариту. Маргарита шнурочки завяжет папе. Все, готовы? Один круг, Маргарита. Да, мы будем начинать и кинуть. Один круг. Ну, не обязательно, кто первый, кто второй, просто один круг. На старт, внимание, марш. Побежали девочки. Спортсменки, комсомолки, красавицы. Сейчас мы посмотрим. Бегут. Маргарита отстает. Все, Маргарита уже. Бежать надо, не ходить. Маргарита выдохлась. Все, Ксюша побежала. Молодец. Ксюша бежит. Так, Маргарита побежала уже. Сейчас догонит. Нет, не догонит. Не может. Так, похоже, что нам нужно каждый день сюда приезжать, чтобы девочки бегали. Слабовато. Ксюша еще не остановилась ни разу. Маргарита уже два раза остановилась. Молодец, Ксюша. Ни разу не остановилась. Молодец, справилась с заданием. Да? Маргарита все уже не может, она уже пешком идет. Ладно, в общем, девочки, вам задание. Вы должны купить всем покушать. Happy Meal, там, не знаю, кто что хочет. Хорошо. Да? Хорошо? На деньги. До свидания. Иди. А нет, ты берешь в автомате, а потом платишь там на кассе. Тут можно на кассе. На кассе нет. На кассе лучше. Нет. Какой манго, это манго, ванилин. Happy Meal Meal. Chicken Nuggets? Да. Потом сами пойдете на кассу. Маргоша пошла забирать. Молодцы. Маргарита, попробуй поесть картошку без рук. Картошку без рук. Давай. Да? Вкусно? Еще? Слушай, ты тоже картошку без рук. Без рук. Еще раз картошку без рук. Давай. Маргарита, чихни. Сильно. Нет. Так вот.
Ты хочешь чихнуть? Да, чихай. Ксюша, у нас салфеток нет, принеси, пожалуйста. Там, где хуст, где мы... Вон он, прям где мы платили, там сбоку такой ящик железный. Где папы? Прямо вот на стене слева. Ой, спасибо. На. На. Спасибо, Ксюшечка. Уберете со стола? Нет. А? Да. Убирайте. Давай, Ксюша, ты тоже убираешь. Ксения. Это но. Это но. Ксения и Маргарита убирают со стола. Еще остался один поднос, Маргарита. Еще остался один поднос. Просто несешь и выкидываешь через окно. Иди помоги ей, Маргарита. Иди помоги ей открыть. Маргарита, ты нет, не говоришь. Каро, тома ту панда. Ай, только на лицо на ее посмотреть, это вообще. Чем занимаемся? Так, одна со слаймом играет, другая. Ты чем занимаешься? Девочки, а вы почитать хотите? Да. Почитать хотите? Да. Какие вы умнички. Ну давайте, книжечки выбирайте. Что ты там за книжечку себе взяла? Вот. У меня вот. Целая коллекция. Ага. Тебе задание. Читать книжку, как будто... Читать книжку, как будто ты плачешь. Хорошо. Давай. Вот ты читаешь и плачешь. Давай. Это крестики шук. Он ты не плачешь. Давай-давай, продолжай. Хорошо получается. Дикий клубы лазы. Они там мистика не сон пробегом. А ты знаешь, как будешь читать сейчас книжку? Ты будешь читать книжку, как будто ты рассердилась, ты вот такая прям злая и ругаешься. Пункт ист замлер. Ас. Как будто ты кого-то ругаешь. Пункт ист замлер. Замлет бухшабет и вертер. Хат айне гросе самлунг. Мит гросен вертер. И клайнен вертер. Wörter sind aus Buchstaben gemacht. Ei hat zwei Buchstaben. Schmetterling hat 13 Buchstaben. Молодец, ладно, все, теперь нормально читай. Wenn er Punkt einem Buchstaben nicht kennt, oder ein Wort nicht weiß, fragt Vogel. Denn Vogel kennt alle Buchstaben. Как вам понравилось, говорит целый день, да? Да. Ну, в принципе, было нормально, да? Да. Что больше всего не понравилось делать? Мне не понравилось, что мы должны были пробежать целый круг на стадионе. Потому что я не люблю бегать. Ладно, ребятки. На сегодня все. Девочкам завтра в школу. Закончился наш день, закончился челлендж. Так что оставайтесь вместе с нами и увидимся в следующем видео. Пока-пока. 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 Все, ставьте всем лайки, пока. Подписывайтесь на канал. Да, подписывайтесь, чтобы не пропустить наши веселые, смешные видео вместе с папой. Если вы еще не нажали на колокольчик, нажмите на это колокольчик. Да, только колокольчик не всегда почему-то оповещает, но все равно нажимайте на всякий случай. Все, пока-пока. Все, пока, ребятки. Всем пока.